Так, вот продолжаем рассматривать. Итак, тут вот есть номера. Не знаю, тут видно или не видно. Вот 714, это новое. 714, это новое. 714, это новое. Вот я вообще не трогал. А вот получается лежит 800, 781. И вот старая получается тоже 781. В одно время, то же время покупалась. Так, ну вот мы видим тут какие контакты, я уже показывал там раньше. Получается. И видно, я не знаю, камера передает, это не передает, но сам силикон, вот на вот этих вот, особенно транзисторах, он отличается от, ну, скажем так, от вот этих вот. Вот видно, раз, два. Он более какой-то такой, может быть, потому что он старее, чуть пожелтел, кто его знает. Хотя на микросхемах он, точнее на микросхемах, на вот этой сборке самой большой, конечный получается, он вот остался тоже прозрачный. Хотя все равно здесь более прозрачный, если так посмотреть даже. Попробовать ее пошевелить, чтобы свет падал одинаково. Кажется, здесь вот глазом четко видно, что он более какой-то прозрачный. Плюс если рукой, ну здесь я уже паял, хана ей. Вот если рукой пробовать, здесь он более липкий какой-то, более мягкий, здесь более упругий, и видно, да, аж залит так хорошо, аж вот здесь, здесь тоже в принципе неплохо. Здесь были вот в этих двух вообще были там буквально капелька такая, что ее берешь, наверное, за пальцем тянется. Так, какие отличия? Ну, опять-таки же, по припоям отличия. И опять-таки же, хорошо видно, что вот, старую раскрыл, да? Клей здесь, все контакты под клеем. С той стороны клей, то есть ее сложно довольно открыть. Новые контакты, он даже припой с них не поснимали, получается. Так лепили. Получается, на всех нету клея. Вообще нигде. Вот тут может быть чуть-чуть. Вон вот здесь вот чуть-чуть. То есть крышечки на них аж шатаются. Вот здесь вот чуть-чуть. Вон. Это самым больше, сколько они там не пожлобились клея сюда положить. То есть снимается легко. Просто руками. Щелк и все, и снято. А здесь же руками, ну, не снимется. Надо ножичком, усилие такое, отверточкой получается. Вот разница получается. Две одинаковые, да, серии получается. И 2-3 другой серии. Вот скорее всего потому и выделывается. Даже если хороший кулер поставить, там не кулер, радиатор, но все равно вот эта штучка нагреется, скажем так. Так или иначе нагреется. И возле нее температура будет выше, чем ну, на окраинах получается. Соответственно, чего не делай. Силикон чуть еще расслабится, и если они не припаяны там, то они реально отстанут. Будет выделываться. Так что, чтоб ни говорили, либо кто-то клепает подделку под Японию, либо Япония уже давным-давно не та. Ну, либо тоже есть брак, все мы люди, как говорится.